Не потому что мы должны это делать, а потому что мы любим нашего Господа. Потому что мы любим, и мы знаем, что любящим Его все содействует по благу, да, и призваны по Его изволению. Тех, кого Он призвал, тех людей, которые любят Его. Не просто мы приходим, потому что надо, потому что воскресный день, а потому что мы хотим встречи с Ним, потому что хотим услышать Его голос. Мы хотим понять, что Господь хочет от нас сегодня, что мы можем Ему дать сегодня, потому что это живой Бог. Это не мертвая какая-то религия, а Иисус Христос, Он живой. Чем мы можем Ему отдать, кроме нашей любви, кроме взаимной любви друг к другу? Потому что когда мы любим друг друга, этим самым мы провозглашаем, что Господь велит. Потому что мы отображаем Его любовь. Сами по себе мы не можем любить. Вначале написано, Бог возлюбил нас, Бог возлюбил мир. Мы можем только отображать, нести эту любовь, как зеркало. И чем ближе мы будем приближаться к Господу, тем больше мы сможем отображать эту любовь. Аминь, братья и сестры. Аллилуйя. Давайте вместе будем петь. Все, чем живу, Тебе я посвящаю.